Всем привет! Меня зовут Андрей, вы на канале Industrial Tool. В этом видео я хочу сделать небольшой обзор на аккумуляторную отвертку от компании DCA. Но небольшая предыстория, как мы будем это делать. Мы будем сейчас менять выключатель на вот этой вот Makita, на дрели. Кто подписан на мой канал, тот знает, что у меня была вот такая дрелька маленькая. Купил я ее очень давно, когда было 100 лет Makita у нас в России. Да и, по-моему, это в мире было 100 лет Makita вообще, компания. И мы с моим напарником, с которым мы делаем электромонтаж, тогда вместе купили по такому набору. Он продавался в кейсе. И я себе, у меня тоже точно такой редуктор был, я себе недавно, кто смотрел, подписан на мой канал, знает, что я себе редуктор поменял на вот такой. Потому что в ремонте электроинструмента удобнее менять биты быстро, вот так, таким образом. А если нужно что-то просверлить, то, в принципе, всегда есть. У меня большой есть шуруповерт, есть еще вот такой 2 вольт. А тут, по случаю, мне ребята из DCK, Рома, подогнал вот такую вот интересную отверточку. Модель ADPL-04-5 Type-E. Не знаю, что, кстати, означает Type-E. Аккумуляторный шуруповерт 4 вольт макс, литий-ион. DCA Professional Power Tools. Я его уже открывал. Здесь было вот так заклеено, все запечатано. Мы открываем. И здесь мы видим вот такую надпись, что импортер ООО «Все инструменты». И тут я чуть-чуть поясню. Короче, у Dongcheng'а, это вообще компания Dongcheng, есть в России два бренда. Это DCK и DCA. Вот DCA будет эксклюзивно продаваться на всех инструментах, а DCK уже будет продаваться в розницу в различных магазинах. И почему именно я решил это сделать? Хочу узнать, чем удобнее разбирать, например, инструмент тем же шуруповертом. Хотя здесь вот нужны битки и поменьше. Либо аккумуляторной отверткой. Почему мы меняем здесь выключатель? Здесь вот такая беда. Нет тормоза. Это 100% проблема выключателя. Выключатель я уже заказал. Вот такой артикул у него. Заказал на дядьку. Ну, давайте сначала это все отложим и посмотрим комплектацию отвертки. Поставляется вот в такой коробочке. Открывается здесь ложемент коробки. Он, кстати, снимается под ложементом. Там инструкция и гарантийный талон. То есть удобно вообще. А здесь уже сама отвертка, отдельная коробочка. Не знаю, зачем они ее заклеили. Наклейка вот эта не очень открывается, сразу вытяну. Внутри здесь находятся вот такие биты. Т15, SL. Давайте вот эту возьмем. Кстати, битки чуть-чуть получается удлиненные, не короткие, что удобно будет откручивать некоторые глубокие места, где обычной биткой не подлезешь. Возьмем мы вот эту биту. Здесь, естественно. А, кстати, здесь не магнит, здесь пружина сделана. В комплекте идет провод для зарядки. Самого зарядного устройства в комплекте нет. Но кабель идет Type-C. Что хорошо. Это мы откладываем. Отвертка имеет 3 режима. В максимальном режиме она крутит 5 ньютон на метр. Серийный ее номер. 4 вольта, 2 ампер часа, диаметр 5 миллиметров,
это сверление, я так понимаю, максимальное 300 оборотов в минуту. Режимы меняются вот этой кнопкой и... В принципе, у нее... Мне вообще вот такие отвертки, у меня просто была одна отвертка, я сейчас покажу, не очень нравится. У нее не совсем резкий тормоз. Если в шуруповерте прям резкий тормоз, вот этот момент мне не очень нравится. У меня еще есть вот такое, что нельзя показывать. Так, давайте глянем, что здесь. Я тут сюда уже закинул битку от пита. Да ё-моё. А здесь уже магнитик обычный. Тут тоже одинаково. Вот хотелось бы, чтобы на таких отвертках был прямо четкий, вот такой резкий тормоз. Ну, давайте пробовать. Кстати, хочу... Сейчас я покажу вам один момент. Есть инструкция по ремонту электроинструмента Makita официальная, где указаны, какими моментами нужно затягивать вот эти винты. Я даже вот когда-то писал статью «Основные принципы ремонта инструмента Makita», часть 5 на Дзене, у меня есть. Это перевод официальной инструкции по ремонту Makita. И здесь есть такая табличка. Таблица моментов затяжки винтов с полукруглой головкой в пластик ПЦ, ПА. Тройка, четверка, пятерка. И вот момент 1,2, 1,6, 2,5. То есть, а на отвертке у нас аж 5 ньютонов. То есть вот в такой, вот такие винты затягивать можно, наверное, на самой минимальной. Сейчас попробуем. Вот мы открутили. Потом поймали. Всегда нужно прокрутить назад, чтобы винт встал обратно на резьбу. И опять же, вот мы на минималке закручиваем. Видите, она туго идет, надо. А вот этот я откручивался с пробой без камеры. Зашел прям нормально. А вот этот давайте на второй. На второй уже сильно. То есть данной отверткой можно как бы не заметить и перетянуть или не дотянуть. А вообще такие, конечно, моменты лучше закручивать вручную. Давайте попробуем это шуруповертом. На шуруповерте можно тоже выставлять разные режимы и спокойно затягивать. К отвертке пока мне неудобно, нужно привыкать. Но вещь прикольная. В принципе, быстро, удобно. Аккумулятор надо снять только. И вот здесь еще у нас скоба есть. Ну и все. Все открутили.
Открываю. Кстати, шуруповерт не разбирался. Какого он? 2015 года. И прикол в том, видите, состояние этого. Состояние вот этого. Я свой использовал реже, и у меня аккумуляторы сдохли раньше. Вот этот аккумулятор, этот новый, еще целый. А второй я переделывал. Или я оба переделывал, я уже не помню. Алёха не переделывал, у него еще они рабочие. И он работал им дольше. То есть, если чаще работать инструментом, и аккумуляторы тогда... Получается, живут дольше. Блин, тут вторую скобочку забыл. Мы все вытаскиваем. Хотя нет, здесь уже кто-то у него киверялся, видите. Кембрик надет. Что-то тут уже менялось. Может быть, даже я когда-то в сервисе. Уже не помню. Ну, сейчас мы это все чистанем. От пыли. Давайте я сразу покажу. Сниму выключатель. Видите, плюс справа на М1, минус слева на М2. И колодка тоже. Плюс красный, минус, тут прям подписано. Все достаточно удобно. На клемма сделана. Поэтому паять ничего не нужно. Здесь, кстати, на выключателе сверху нету, поэтому снимаем. Вот эти клеммы. Все, этот выключатель мы выбрасываем. А этот ставим. Корпус помыли. И собираем все в обратном порядке. Так, раз, два. И площадка. Площадка была, можно вот посмотреть. Этот был плюс. Вот так как-то загнут. А минус. Вот так. Так, подсветка. Переключатель реверса и вставляем. Сначала, наверное, надо вставить подсветку. Она тут как-то хитро идет. Раз, раз. Так, не забываем пружинку, которую все теряют. Вот сюда она ставится. У меня про эту пружинку есть рилс один. Так он там уже столько просмотров набрал и столько слов благодарности, что я удивился. Так, реверс.
И ставим площадку правильно. Вот у нас вот так аккумулятор вставляется. Вот здесь плюс. Плюс должен быть сверху. Так, я реверс неправильно ставил. У него. Сделано тут, конечно, так все близко подогнано. Особенно контактики. Иногда кажется, что немного закоротить. Все закрыли. И теперь берем нашу мегаотвертку. Ставим первый режим. Да, на минимальном режиме мы не сорвем резьбу. Сейчас напишут комментарий, а ты же говорил, что назад сначала надо прокручивать. Чего сразу закручиваешь? Да потому что никто так не делает. Потому что это затраты времени. Скобочки вставляем. Конечно, я бы сначала проверил, и потом вставлю в скобочки. Так, берем аккумулятор. Все работает. Отлично. Ремонт готов. Ну, отверточка. Я думаю, выручит меня еще не раз. Кстати, чтобы каждый раз битку не складывать постоянно в эту коробочку, которой вы постоянно пользуетесь, ее можно вот кинуть сюда. DCA.